Официальное открытие пляжного сезона в этом году выпадает на 2 июня. Сейчас на всех городских пляжах контролирующими органами ведется активная проверка. Ведь кроме комфортного досуга рязанцам необходимо обеспечить еще и безопасность. В городе, как всегда, будут работать 4 пляжа. На озере Ореховом, в Солочи и 2 Барковских карьерах. Поскольку теплая погода в нашем регионе установилась совсем недавно, работы по оборудованию пляжей сейчас в самом разгаре. Комиссия начала работу с обследования пляжа на Барковском карьере №2, где мы сейчас с вами находимся. Работы здесь арендатором пляжа проводятся по его благоустройству и проведены большие. Но, однако, комиссия сделала ряд замечаний и пришла к единому мнению, что пляж будет готов к эксплуатации со 2 июня текущего года в соответствии с постановлением администрации города Рязани. До этого времени арендаторам пляжа будут обеспечены все мероприятия и меры по охране жизни людей на водном объекте.